Короче, какой-то монстр там... напал на кактуса. Чудовище вроде напало. Как его звали. Она уже хотела его. Вот. Пришел. Но пришел бомж Валера. Он прокачанный. Бомж. И полетел. Ему наконец-таки дали индийский чай. И он на... Тыщ. Он роняет нож, но он его в воздухе подхватывает, не успевает. В итоге его берет, не может взять, но он его взял все-таки и пошел. Так, вот так, так. И... А. Ты дышь. На. Озвучка. Вот так тебе, монстр, не надо обижать слабых. Туда тебя. Вот. И пятки. А, он еще держится как-то. Он как-то держится, но он... Он чуть-чуть в шоке, не понимает, что происходит. И сам он весь бомж Валера 2.0. Он сам весь бадыжный. Улучшенный Валера. Вот. Вот так. И он оставил внутри него. Он теперь не может двигаться руками. Вот так. Взял он где-то меч. И он взял меч. Тыщ в него. Потому что он умеет телепортировать вещи из других вселенных. Летит он. И тут ломается пятка, ломается рука. В итоге он еле как дополз. И он лежит. Да. Он ползет до него. Кактуса. Ползет. И вот лежит. И вот они лежат в больнице. О. И думают, я отомщу. Лежит. Хоть он сейчас лежит, не думает, но он во сне думает, я отомщу.